примерно пример ретировщика до и до мажор. Может, радиез, может, ошибаюсь. Вот смотри, раз, два, три, четыре, пять, внутренний стонас. Считать сверху. Пятый клапан. Свет, включите. Да не надо. А включите. Ну, видно, видно, да не надо. Видно мне? Видно. Не надо. Вот товарищ проверяет, тут друг попросил, они, как говорится, это, проверить гармошку. Гармошка-то вроде ничего. Так. Подожди. Тихо. Сейчас. Дальше смотрим. Подожди. Я... Красные включены? Ну, включены. Ну, ты, товарищ, бестолковый человек, не можешь снимать. Смотри. Вот смотри, сейчас я тебе еще одну вещь покажу. Важную, важную вещь. Ну, ты, конечно, не знаешь. И не должен, а тебе не обязательно. Видишь, уже минус. Нет у тебя этой. Должна быть кнопочка, которая для снимать крышечку. Это я делаю. Это все херня, допустим. Я знаю это. Вот ее видишь, сейчас надо... Ну, сейчас подожди, я тебе принесу отверточку. Я без отвертки сниму. Так, заема нет, минус тоже. Минус. Что нет? Заемной механики. Вот как тебе здесь. Так, заедает все. Второй минус. Басы, третий минус. Так, смотри сюда. Заемный, это знаешь, что такое? Нет. Вот смотри сюда. Вот смотри, вот этот мужик не глупый. Вот, допустим, тональность, да? Вот это первый октав, да? Первый октав. Внизу, да? Вот вторая, да? Видишь такой же звук, только высокий. Ты понимаешь, человек чувствует, что понимает маленькое, да? Я считаю, что я не понимаю, но по сравнению с другими я понимаю. Это то, что я... Видишь, это высокий. Тональность такая же. Так, погоди. Я вижу в том голосе. Так, сейчас определю, какая-то тональность. Заем нет, то, что вот, считается неусиленная гармония. То есть, заемная механика, допустим, вот. Когда видишь, вот этот клавиш, да? Ты нажимал, да? Потом, когда нажимаешь, ген, значит, она похожа на восьмиканку, да? Открывается, когда без заема, 4 голоса, 4 это, голоса. А когда заем 8, другой тональности, уже 8, называется еще, сделана механика такая, называется заемная механика. Звук усиливается, поэтому у меня такие звонки. Так, сейчас проверим тональность какая. Здесь заедает все. Как ей надо заниматься? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, смотрим по этому. Вот. Блядь. Ой. Ты куришь, что ли, Ген? Ген, куришь? Да. Бросай. Да бросать надо давно уже. Я вот курил дурачок, ты по наследству смотрит, пульян. Так. Так, примерно в голове держу звук. Не тот. Так, ну-ка смотрим. 3-4. 1, 2, 3, 4. Заедает, да. Застыл проблематику, как говорят французы, да? Ну, ее надо подточить. Подточить там немножко. Ну, так. Так, 1, 2. Короче, так тебе скажу, на Авито их дохуя, и никто никому не нахер, по-честному не нужно. Гармошки. 1, 2. Ну там цена хуительная. Да. Там и ремедельмельми, и там это. Ну, барыги там, сам точка 4-5. В общем. Да, тише, не мешай так. 5. Надо привет тональность. Да, вот, слушай, слух. Скажу. Так, тихо. Ре. Ре мажор. Понял? Мне это не нахер не нужно. Мажор. Ре. Если есть у тебя возможность продать, продай. Нет возможности продать, пусть еще постоит. Так. Ну, то есть так вот за сколько сяду, я не знаю. Да я слушаю, я тебе не... Так, дальше смотрим. Видишь, определил ре. Ре мы.
мажор. Видать это. Так. Отвертку есть где? Отвертку. Такую сделаю. А? Такую. Отвертку такую обычно. Вот эти что снять? Да. Так они снимаются. Не, надо отворачивать желательно. Да снимаются они, возьми да сними. Нет, я знаю, но надо они привернуты быть. Отвертку. Да нет у меня. Откуда отвертка? Там какая отвертка? Тонкая такая, ну такая обычная. Не всех. Сейчас определю, восьмерка она или шестерка. Наверное, шестерка. Ой. Так. Так. А, сейчас. Так что ты вещи. Это вещь такая непростая. Видишь, здесь этих нет. Это делал мастер так не очень суперкласс, так тебе скажу. Это я делал. Сам делал? Крышки, да. Крышки, да? Да. Ну, это сделал нормально все. Нормально, крышки сделал. Так, оказывается, рукодельные. Это просто нет этих, это хуйня. А нет, знаешь, что здесь были да. Эти хреновины. Нихера себе. Ты знаешь, вы где-то вышивать можешь, получается, так? Это сам вышивал, да? Да. Нахуй, пилка. Я тоже знаю, смогу, но я не делаю. Борода вон играет без обуви, у него все сломалось и вообще открылся. В чем борода? Так, надо ее... А со старой-то вот эти я перешил сюда. А здесь стояли две эти. А эти тоже сам делал? Ты говоришь? Да. Блин, вообще... А здесь стоят две этих... Так, сейчас героины. Чтобы можно было снимать. Ну, правильно Николай говорит. Чего? Ну здесь стоят две этих, нет, можно было снимать. Не две, одну, да можно... Ну у меня стояло две. Я могу это все хуйня, ты здесь, там просто вот есть выточить токарем или какой-то, блядь, от мебельной ручки. Да они ручки, лежат у меня. От мебельной вот. Ручки можно приспособить. Нет, мебельной ручки приспособить, но они у меня вон валяются. Вот видишь, вот, просверлить отсюда. И... Вот это должны они быть, видишь, актерка, они должны быть привернуты. А почему? По время игры, чтобы все, и чтобы утечки воздуха не было. Ну, понятно. Компрессия нарушена будет. То есть так и забыл про этот компрессор. А с той стороны тоже есть? Я знаю, тихо. Так вообще-то держишь, да? Компрессия проверяется. Нормально, компрессия неплохая. Вот еще один диагноз, да? Компрессия неплохая. Значит, дальше. Сейчас посмотрим, сколько она. 8 или 6, и скорее всего 6. Вот даже 8. Я вот не определю. Вы определите. Да ладно, смеяться, я пойду. Она ничего не понимает. Я петь-то не могу. На нихуя, извини, за ну, я после литра выпитой водки споил. Так что друг от больницы. Я его мог бы убить его нахуй. Он начал что-то, я такого, понял, где больница-то? Я его мог убить, блядь, я удар так, извини, мне бесплатно было, блядь. А груши, блядь, чуть поклонник вылетает. Так а ты это, они блядь. Же так открываются. Придурок какой-то, блядь, ебаный какой-то чербан. Это тоже открой. А? Нижний-то открой. Так, не открыл? Вот открыл. Открыл. Так, вот смотри, так, блядь. Так, а чего? Почему не открывается? Блядь, сосало. Чё-то. Это, не открывали ее 100 лет, видимо, да? Так, никогда не открывали. Так, вот видишь? Я не понимаю, это зачем надо. Если вот это я понял... Это называется правый полукорпус. Вот это я понял, А это называется правая механика. Это называется клапана, как у машин. Это не значит клапана. А вот это называется дека. Все бы объяснил, да? Может, блядь, на занятии вести, да? Ну да. Блядь. Так. Чего ты, блядь? Какой-то у меня топор есть. Нет, это не надо. Ты что, это нормально? Это... Так, сразу вижу, что 8. 8 план. А как что-то определил? А как? Сейчас тебе объясню. Вот, очень просто. А там знаешь. Какая-то липилента, чтобы была, нет? Ну, наверное, может, приклеили. Да, вот, липилента. 8 планок, это достаточно нормально. Запорный механизм, так сейчас скажу. Сейчас тебе объясню, что такое 8 планок. Не обязательно это знать. Ну, нет, то есть обязательно. Кто мне говорил, очень много. Вот, 8-планка. Это называется резонаторы. Все три называются резонаторы. Они стоячие, называются резонаторы. На них крепятся планки
Так, вот она называется латунные планки сплошные. Есть кусковые, разные заводские, да? Баян делает, есть делают это сам литые. Литые планки, бронзовые там или медные, ну, бронзовые. Вот смотри, три стоящих. На каждом резонаторе по два, по две планки. Здесь две, здесь две, здесь две, да? Шесть, да? И лежачие две по бокам. Одна слева, другая с правой стороны. Слушай, а почему они вроде которые не прислоняют? Если до конца они так должны быть? Чего? Это все нормально. Это все нормально. Это вот, значит, они, как говорится, в нормальном состоянии. То есть, значит, особо, наверное, не сказать, чтобы шибко играно. На мой взгляд. Ну, значит, сделано вот чем короче. Смотри, это снимается, вот эти проверяете. Резонатор снимается, как хоп. Вот видишь, называется вот дека. Так, трещин нету, вижу, нормально. Здесь тоже нормально. Так, вставляется. Здесь тоже нормально, да? Не знаю я. Вот смотри, все. Другое проверяет, открывается. Здесь. Вот так дека тоже называется. Куда ставится эта хуйня? Вот она называется дека. Пусть отверстие, воздух. Открываешь, придет за счет напора воздух. Правильно, когда ты играешь, ты гонишь воздух, и происходит звучание. Это понятно. Вот. Это нам с вами понятно. Остальное так. Мы ни хера не понимаем. Так. Да и знать-то нам. Так. Вот мне, допустим. Нет, знать не знаю. Ну все равно. Сейчас будешь знать, все равно, правильно, ты увидел, да? Ну когда тебе никто не объяснял, откуда не знаю. Просто да, игроки. Да ему потому что не надо. Не, почему надо? И которые игроки есть, которые не понимают нихуя. Вот борода, что знает? У него хороший гармон, знакомый гармонист. Коль, я инженер-строитель. Закончил Горьковский институт. Я понял. Архитектурный, строительный. Да. Ему это не надо. Мне гармонь, она... Вот отец с матерью, кто из них купил, она стоила дороже, чем корова. В те годы, это 60-е, может даже 50-е. Вот. Три нас, да. У них было три, ну и есть три сына, сейчас родители просто нет. Думали, кто-нибудь из троих научится играть. Мать сама играла на балалайке, ее любила, кто бы играл на гармонии. Вот она купила, научится кто-нибудь из трех. Так. Нихуя никто не научился. Ну, срочно лыкаешь, а что-то есть? О? Да, что-то есть? Шурок, так... Нет, а я, значит, что-то есть все равно. Что-то есть. Шуроги тянет гитарь, Значит, это что-то есть, все равно. А есть, которые не могут, не играют. У меня брат вот, брат младший, он пытался, видно, нихуя ничего. И вот эти резонаторы, я вот знаю, что такое. Дальше смотри. Я знаю, что такое СНИП, знаю, что такое ЕНИР, знаю, что такое ЕРЕР, знаю, что такое сопромат. Вот это я знаю. Вот дальше смотрим. Левый называется, вот это левый. Смотри сам. Левый, тут левый. У меня там еще баян есть. Баян совершенно новый, он Ильченко. Я на баяне сейчас... Ну, он совершенно новый. Ну покажи просто для вида. Да, вот в кладовке, да? Надо доставать. Вот смотри сюда. Это вот еще раз показываю. Значит, здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шести это планочная басовая. Тоже плюс. Ну, значит, что гармон хороший. Ну, ничего. Так, значит, в деревне надо не мастера... в соседней деревне. Слушай, мастер неизвестен. Пляшу. Мастер неизвестен. Когда будет известный мастер там или... Она пишет, может, потихоньку. Я знаю, что она сбора. На планках. Сбора, да? Да. Ну иногда мастера неизвестные были такие. Так. Они хотели у Потехина, а Потехина не понравилось. Они там делали русскую Потехина. Они, это Семеновский район. Я знаю, они оттуда Потехина, я знаю. Вот. Ну и родители у меня с Семеновского района. Вот в чем дело. Они хотели у Потехина, Потехина не понравился. И вот им подсказали, говорят, вот, ну как они мне со слов говорили мне. Вот это гармон лучше якобы, да, типа? Да. А кто она играет. А кто скупал? Заказывали, на заказ. И вот кто в деревне Потехинский, я говорю, про Семеновский район, Потехинский гармония лихера, вот раньше Николай Иванович Попов атаман погонял ее. Придет. Демьяныч, это отцу моему, Павел Демьянович. Нахуй моя гармония, дай мне твою. Вот видишь? Да, она не так, а вот слышишь, какие звуки? Ну да, но я чувствую, тем, это, тем более там переливаются. Ре-мажор, это вот хороший тональность, ну, тоже. Мажор, я не знаю. Я знаю, что она хорошая, но ее надо настраивать. Расстроил ее я. Тогда ее надо подделывать, да. Ее надо подделывать. Подделывать. Механика. Вот она, слушай, еще бы заем была вообще, но заема нет.
она вообще мощнее была, но она так не очень, но... Говорит, заем она, вот я почему говорю, заем мне, да, это усиленный механизм. Я например, не знаю, что такое заем. Ну, как тебе сказать, механизм так сделан, вот эти, вот, например, нажимаешь, да, смотри, вот, посмотри. Подойди, Бенгет, ну, подойди, я подойди, вижу, подойди, смотри, вот, допустим, нота до, например, да, вот это до, да. И тут один, открываешь, да, открываешь. Четыре голоса открываются, да, а заем, такая же нота второй октавы. Делать заем, ты нажимаешь, значит, гармонь круглого заем сделан. Она уже отвечает 8 голосов, понимаешь, мощь увеличивается, понимаешь? Вот и вся любовь. Механика сделана так, то есть прихватывает... Я понял, что она 8 рядные, да? Или как 8 планочные. Планочные. Да, 8-планка без заема. Вот. Тон, ре, мажор. Что я тебе сказал? Так, на сколько барин? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17. Обычно 18, но пойдет 17. Так что... Не хватило на нее. А? Деталей не хватило на нее. Ну, 8. Ну, никаких особо страшного ничего нет. Ну, конечно, изношенный здесь вот вниз. Там надо подклеить как кожу. И здесь тоже подклеить. Надо все второстепенно. В общем, займись. Продашь, себе навар сделаешь. Не знаю как. Нет. Ну так хорошая она? А? Ну так я не сказал, чтобы она, я имею в виду не разбитая, в общем дело. То бывает, я тут думал, если по-честно, я думал хуже. Ну вот смотри, проверил компрессию, компрессию держит. А вот у тебя хозяйка шить умеет? Да ладно, свет еще. А то вот она мне мать дала, говорит, гармонь обязательно забери, и вот швейную машинку ножную. А то вот одному гармонь, другому швейную машинку. Так, спереди нормально. Ну, почти как положено, да, вот они там. Ну да, вот может быть и так. Может какие-то ученики братья Потехин делали, правильно? Не знаю. Так. А Потехинских гармоний у нас в деревне было, я помню. Ука, ну, раньше тоже был гармонист. Все они говорили, нахуй нам Потехин. Там голос другой. Ну, тональность другая, да, типа вроде. Да. Так, ну сейчас смотри. Конечно, со мной, конечно, мастеру надо заниматься, это надо. Вот кто знает, кто в них соображает настройки. Я вот ну, здесь настройка будет. Даже взять, вот как вы берете фотоаппарат, а есть кого гармонь, фотографировал, и эти все нахлестнешь нахуй. Вот. Они нахлестнутся. Так, вот что не сняла, когда я разборе был? Все было открыто. Ты снимала? Да, я его не выключал даже. Точно? Молодец. Да, молодец. Сообразил, блин. Когда разбирал, да? Ничего не выключал. Ну, ты снял, да? Все, даже не выключал. Сообразил, блин. Я уж просто это, похактанно. Ну, это, слышишь, ну, это ген, ну, это просто, это, как вот это, любовь к этому инструменту. Ну, я с детства. Вот, конечно, с твой же лет. Ты представляешь, ну, он не чувствует на Беларуси, блин, на фабричной гармонии. 12 лет, блин. 12-5. Люди в городе живут, они с 5 лет учатся, блядь, в музыкальной школе. А это откуда что-то? Вот взял, блядь. А, почему плохо пошло? Я говорю, в пятом классе что? Вдруг парень, блядь, играет на гармонии, блядь, и на баяне играет, на классике. Я думаю, ни хера, если у меня, думаю, отец такой игрок был. Я стал, блядь, занимался, и, блядь, и стали везде меня приглашать. И на баяне стал играть, и все на слух, естественно. Все на слух. Конечно, все у ней подмыть, подчистить. Кнопки заменить, а он на пуговички кое-какие. Вот, допустим, это я могу сам делать. Могу сделать. Да но это могу, это кропотливый труд. Это да, очень трудно соображать. Руки вот смотри. Ну, вот это тоже, смотри, такими руками я сделаю. Это тоже вот кропотливо, да? Это вообще, ты молодец. Я думал, это так было. Ну, да, ты мастер, блядь, Гер. Видишь, ты новые. Я тут думал, бы, ну, ты сделал отлично вообще. Я думал, это как было. Она была именно сломана старой, да? Лезть не хочет за старой. Ну понятно. Ну ты сделал примерно такой рисунок, такой же был. Другой. Другой. Ну все равно пойдет. Нормально. Здесь лезть просто не хочется за старым. Здесь просто вверху есть. Вот допустим, у меня дома есть такая хуйня поставить. Ну, та, с которой ставят на гармонию. Это все хуйня. Все мелочи. Вот это все, я считаю. Вот дальше, значит, тут я определил. Так, здесь. Так. Снимай. Я все снимаю.
Вот, товарищи, дорогие друзья, землякоп приехал. Не надо звать как? Не надо. Ленин. Геннадий, да? Проверяем гармошку. Не включай. Запну, блядь, любого, играй гармонию, без ходьбы, сам чувствуешь. Два золотых кубка. А значит, уже заиграл хорошо. Слушай, два золотых кубка имеет, два. 10-19 год, американец, член Всемира, Садская Деса, мир мне вручил кубок золотой. Сам суди. Ну, а, конечно, на гармонии заиграл. Это. Моих рук. Снимали в смысле Семенова, не дали мне проиграть, да на сцене проверяют, они знают меня уже давно. В ДК? Николай, в Семенове. В ДК? Ну да, в большом зале. Ну затирает, а? Было я в нем несколько раз. Вот я.